Да, 6 утра. Ну, уже 7. Ты можешь взять еды и воды, если ты еще не можешь? Да, любое что-то. Мне пожрать. Все, я андротектор. Я всех перебил. Хорошо. Пятьдесят дней. Угу. Веселишься там, короче, ну. Угу. А я гробокопательством занимаюсь. В лучших мародерских традициях выкопал две пары сапог. И стрелы. Я жду, пока мне кто-то принесет воды и пожрать, бо у меня уже по нулям. По карте видишь, нет? Это странно, потому что я тебе... На карте тоже не вижу. А, подожди, так может там нужно поставить? Опа. А ты у меня из друзей выпал. Подтверди, это там, и я думаю, что все.
Так, ну что, я все раскопал, короче, нашел пистолет 266. Он не может не радовать карту какое-то сокровище. Нашел одну консерву, оказывается, чуть пораньше. Да, хороший вопрос. Превосходно. Можем туда идти, там много close фрагмента. Я, да, я прямо здесь. Да-да-да. Какой? Да, думаю, да. Так, хорошо. Сейчас крафтится. Он крафтится 20 секунд здесь. Бери. Бросил. Надо бы если. Ну, я уже фанта. Блин, у меня стрелы заканчиваются. Закончились стрелы. Нет. Да, нет. Сейчас погодь, я посмотрю, можем ли. Да, я могу чуть-чуть стрел поставить на крафт. Сто семьдесят пять стрел. Ну, он уже и так от дубинки помер. Конечно. Сверху лучше разбирать.
где-то звук. Что, что я набор? Да-да-да. Я не могу увидеть, где он. Давай. Давай. Зомбак. Убил зомбака. Опа, я хантед. Блин, еще одна подлека. Да. Подозреваю, это то, что у тебя. Сейчас глянем, все ли здесь. Да, я подумал, что можно... Так, а воды ты мне брал, нет? Замечательно. Ну,
Я пока сюда скину какие-то вещи, те, которые мне сейчас не нужны. Что? Ты не скинешь. Ты уже не скинешь туда вещи. Да. Ну, это, по-моему, уже есть. Да, я уже одел какие-то очки с ним. Такой домик, если честно. О. Да. Ну, у нас меня больше радует, что он здесь дорожка начинается. А дорожка выведет нас к дороге. Да? Так, теперь я хочу кушать. Где зомби? Не вижу. Видимо, где-то в доме, но я не вижу. О, я нашел какую-то еду. Да. Да, может быть, в него переселим. Да, я уже почти все почистил, что здесь есть. Да? Хорошо. Да, куда дальше пойдем? Да, вижу. Угу, все понял. Давай, попрошу. Так, а мы форт можем перенести, типа, нам не принципово. Главное, что пустыня тут была, там ее копать проще. Железа в ней больше, да. Одно убили.
Что там идет? Да. Сейчас башку отстрелим. И ползу. Сейчас, секунду, у меня лук поломался, мне нужно его перекрафтить. Что дальше? Ползут, блин, я не люблю ползающие. Слушай, а у тебя ж есть колючки. Вот чёрт. Справа один недалеко. Это не экспериментировать сразу. Блин. Не, это не да. У меня это без окна будет ремонтировать. Оу! Себе ремонт, конечно, всех кольев. Капец. Зависит, конечно, сколько кольев снежи. Но да, дорогой. Осторожно справа. Ты топором для разделки не делал? Зеленый бутерброд. Минус один. Я нашел квестовый, ты же захватил. Пачку квестовых презервативов нашел. Пока все променили. Не знаю, но хочу проверить. Ну, домик так себе, если честно. Такой одноэтажный.
сейчас. Да не, наверное, не надо. Да, тогда скрафтить. Да, около дома. Что, идем дальше по дороге? Ну. Сейчас где-то. А где-то? Я взял. А, у меня такая же была. Побежали по дороге дальше. Здорово, мы сейчас выскочим на дорогу. Может быть и нет. Да. Предлагаешь бежать домой? Ну, я побег посмотреть, что тут следующее. Ага, тут дорога, короче. Там олень есть справа. Я к нему бегу. Мне его валить, не? Я его вроде не помню. Видишь оленя? Да, можем бежать. О, черт, у меня не помещается. Ладно, сейчас. Не, это не, ничего особенного. Тут так. Нет. Это я скрапаю. Тоже скрапаю. Да? Это довольно отсюда. Так, а чё я перегреваюсь, то нет. Я стоял, одевался. Так, что мы в сторону дома бежим, да? О, свинья еще бежит. Ну, где-то здесь была, но она куда-то исчезла. Угу. Курица бежит на тебя. Остановилась.
Зачем оно мне? Она побежала к тому первому дому. Убил. Свинью вижу. Я хантед почему-то. Ага, я вижу, почему я хантед. Все, чешем от себя. Там за комбой зомбачка прется, но она очень медленно прется. За тобой зомбачка идет. За тобой. Своего тылу, так сказать. Ладно, не переворот. Все. Я ее окончательно переворот. Насмерть. Давай, я заберу. Давай, забирай, что получается, короче. Ну, я сейчас поменяю что-то на что-то. Лес, да, конечно. Интересный ход. Ну. Да, сейчас я типа это. Я бы нарубил его быстрее, чем себе. Ну, можешь подождать. Угу. Не очень. Все. Бегу. Что помещалось, забрал, что не помещалось, оставил. Ну, там осталось типа 4 пороха, типа 3
какого-то плана. Ну, то есть можно не возвращаться. Где ты есть? Далеко. Вижу. А где ты говорил бутылка? Понял. Это бутылка 762 будет песенка. Гильза для 762. Гильза, да. Так, слева, слева. Куда он пропал? О, не, он не вернулся. Все, убили. Толстый бегает и взрывается, не забудь. В итоге за этот забег у меня три скилла. Поехали домой. Да, конечно. А. Понял. Все равно убросил. Кстати, можно делать газовую плиту потом. И она работает типа без этого самого, без топлива. Нож из камня, из кости. Топор можешь выбросить. Я топор тебе сделал. Найдешь, короче, что выбросить. Кстати, да, два пистолета я тоже нашел в этой жилости. А, да, один, наверное, это нашел бы я. Помню, что я вроде один находил, а их здесь вот два. Так, где-то здесь зомбак. Дверь вот. Медсестра в дверь ломает. Ох, блин, я в этот... Я в факел попал, и факел с одной стрелы разлетел. С одной стрелы разлетел. Да. Ничего, ты недалеко здесь появишься. Зато с полными хитами кушать не хочется, пить не хочется. Красота. О, блин, еще. Осторожно, там зомбач. Разобрал. О, вот эта зомбачка очень удачно зашла. Книжку по купингу. У нас вроде одна такая была уже. Да я тоже только выдохнул.
Ладно, я читаю книжку по этому самому, по кукингу, потому что нам нужно что-то жрать. Да, я слышу, он еще двери рупает, что ли. Это он на улице, я не на улице. Давай. Не, не добью. А, через окошко. Причем, походу, твою. Еще одна. Еще один. Зомби, 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 зомби. О, дождь пошел. Ну, походу теперь ты мою. О-о-о-о. Да ушел уже, ушел. Только что воскрешенных, да? Мол, сэндвич. Он, да, он необычный, но он нехороший. Ну я сейчас кину один такой вот этот самый в... Почитаешь. Не знаю, на что он идет, но кушать его нельзя. Да. Да как так-то, блин, сколько же вас здесь? Мне столько экспы не надо, блин, сколько вас. Сейчас еще одного убью, походу, пятый левел получу. Нет, пятый левел я еще не получил. Кстати, за счет того, ну бы карпентер, что мне нужно? Ага, мне нужно дофига, дофига, дофига дерева. Да. Да, очень, очень много дерева нужно будет заготовить. Сейчас я взял с собой так. Да. Поэтому лучше хотя бы один слой колышков поставить. Но это так, нет. Да. Как крафтим. Пока что. Только ты их можешь крафтить.
Да. Я тебя не брал. Нет. Ой, чуть-чуть не упал. Ладно, норм. Пять скиллов. Да. Так, а где у нас железо было? Простое там сверху. Такое черное. Можно я возьму чуть-чуть? Я только возьму и побегу. Блин, где он? Все взял. Все, у нас тут ничего. Солнце. Да, наверное, да. Thank you.
нормально. Да, дерево есть. Холодильник положил. Что? Нет, но сейчас буду.
Да. Да не, у нас вот это было. Не, у меня всегда дерево тут главное было. Вот еще это все. Да.